сейчас я тут вот с огромным богом по индийскому поверью, да, бог обезьяны называют Хануману, в общем, да. Вот тут вот вместе с обезьянами только что доели вот этот вот кокос, немножко подрались. А вообще все классно, жизнь прекрасна. Мы находимся в Малайзии, в преддверии трех пещер. Пещеры обезьян, храмовой пещеры и темной пещеры. Жизнь прекрасна, природа отличная, удивительная, яркая. Солнце светит. Все классно. С вами была Иванова Лариса. Путешествуем вместе. Пока-пока.